новостям из Сирии. Армия Арабской Республики развивает наступление по нескольким направлениям. Большую помощь оказывает российская авиация, наносящая удары по инфраструктуре боевиков. Причем, как сообщили в Минобороны, информация о мишенях сперва перепроверяется по нескольким каналам, включая воздушную и аэрокосмическую разведку. Особое внимание уделяется сведениям, приходящим из информационного центра, который был организован в Багдаде. Добавлю, накануне подразделениям сирийской армии удалось добиться крупного успеха. Объявлено об уничтожении одного из главарей, запрещенной в нашей стране группировки Джибхат ан-Нусра. Абу Сульман аль-Масри был ликвидирован в районе Алеппо, где сейчас идут ожесточенные бои.